Всем привет! Играем Dying Light, пользовательские карты. Карта называется Колизей крови. Наверное, будет что-то жуткое. Посмотрим, на время ли тут или так всех убить. Ух ты. Меч. Громила. А эта серия, это что такое? Главари. Надя, сразу же. По щам. Не отходя от косы. И давай тебя заодно. Оу. Хорошо придумали. Пока они не выскочили, можно их задолбить. Нехорошо плеваться. Лежать. Громила. Как мне этот харкальщик надоел. Надо его выкосить как можно быстрее. Это куда я зашел? Это... Да как я ему так в клетку зашел? Там стенка. Да-да-да. Ух ты! Чуть не попал. Что-то тут вообще не прокачано, ни хрена. Хреново. Что-то тут нажать надо. Или не нажать. Куда-то там. Залезти надо. Покуда вот тут залазить? Что-то непонятно. Подходи. У меня магический меч, который пролетает сквозь решетки. Блин, дерьмово. Отскакивать-то не умеет персонаж. Придется так. Давай, дохни уже. Быстрее, быстрее, быстрее. Уже половина. Все равно его надо замочить, чтобы не мешался. Надя, по ногам. Фух. Надо отдышаться. Что, тоже запыхался? Промазал. Передых. Ух
Да хватит тебе уже махать, давай падай. Чё у тебя есть? Баксы. Тут то ли глюки, то ли недостроено, что-то непонятно. Тут какие-то доски. Или это надо прыгать? Где-то покуда-то, наверное, забраться можно. Где не видно. Тут. Ага, наверное, так. Ну... Цепляйся. Как-то он запрыгивает, хоть бы руками сначала. То он как-то сразу ногами прыгает. Он за эти херни вроде не умеет цепляться. Только ногами. Опа! Опа! Как хрен знает кто. Теперь что, на эту херню надо прыгать? Что там вообще лежит? Ничего не понятно. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Так. Надо вот туда. Стоять. Не падать. Капец, если свалиться. Что-то неохота сваливаться. Тут куда? Понятно, куда сейчас-то? Можно столб? Там колючки. Может, вцепиться? Попробуем. Если свалюсь, больше не полезу сюда. Больно уж нудно по этим пенькам скакать. Нифига себе. Залез. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, опускаться. Выполнено. Да не может быть.
Что там? Что сейчас-то написано? Может замочить кого-нибудь? Перекур. Да блин. Я все забываю, что приемов-то у него нету. О-о-о-о. Стоять. Аптек-то нету. Да блин. Я опять в эту херню залез. Иди сюда. 25. Да дохни уже. Да что за херня? Он когда в этой, в решетках, когда они стояли, так с двух ударов выбивались. Ну блин, инвалид, давай уже. Накапливай силы свои. Махать он не может. Подходи. И сюда. И сюда. Дохни. Он что, бессмертный какой-то? Эй! Так неинтересно. Че, увидел? Да дерьмо, он не убивается. Забаговано, наверное. Он все еще красный лежит. Точно херня забагована. Какие-то они качки вообще. Или не качки. Никакие они не качки. Это у меня просто эта херня сломалась. Мимо. Вот так вот. Что и требовалось доказать. Вот такой Колизей получился.
Сначала выкашиваем всех, кто сидит за решеткой, пока они не открылись. И больше тут никого не остается, когда по этим пенькам запрыгиваем и опускаем эту столбину вниз. Ничего такого особенного тут и нету. Среднячок. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии. Всем пока. И до новых видео.